Всем привет, с вами Fashion TV и я Богдан Шувалов. Уже завтра стартует грандиозное событие в мире музыки. В Сочи прибывают звезды, танцевальные коллективы и музыканты, чтобы отрепетировать свои номера перед предстоящими концертами. Сегодня на сцене New Wave Hall впервые появятся и конкурсанты, чтобы подготовиться к важному событию – исполнению песен первого конкурсного дня. Мы отправились с ними на площадку, чтобы узнать об их впечатлениях и в числе первых увидеть их выступление на большой сцене. Какие у тебя ощущения от репетиции на такой большой сцене? Oh, I feel better now, because now we have the real sense of what type of stage it is, how big it is, the sound. So it's good that we have this rehearsal. Now I know what to do. Мы неделю репетировали в более таком узком, маленьком пространстве, привыкли к этому пространству. А сейчас мы выходим на такую огромную сцену, где раньше ты думал пару шажков сделать, там как-то себе планировал. Тут, понимаешь, вот шагов 10 нужно минимум сделать для того, чтобы пройти к зрителю или к жюри, или и всегда держать крупный план. Это очень важно, и на это нужно обращать внимание. It's the first time we make rehearsals in the stage, and it's a big honor to me to be here. And I just started to get some emotions. I feel very happy. На самом деле у меня есть такая фишка, я всегда должен привыкнуть к сцене, пройтись по ней, немножко пощупать. Это все равно такая особая энергия от нее идет, и нужно с ней сдружиться. Вот я сегодня этим занимался. Круто! Мы находимся в предвкушении этого огромного музыкального праздника, в котором мы непосредственно являемся участниками. La differenza nelle orecchie non c'è, perché noi usiamo gli ear monitor e quindi quello sentiamo. La differenza sta negli occhi, perché vedo spazio infinito. Ma soprattutto ci saranno le sensazioni, perché quando questa sala sarà piena, io penso che ci sarà la pelle d'oca addosso a tutti noi prima di entrare sul palcoscenico. Мы просто в восторге от этого масштаба, от этого зала, от этой сцены. Мы влюбились вот с первого взгляда, правда. Когда выходишь на эту сцену, хочется вот реально хочется отдавать. Потому что ты чувствуешь повышение градуса температуры тела, это серьезно. Мы уверены, что эта сцена примет нас хорошо. Тепло, добродушно, мы очень на это надеемся. Это очень необычное, в крайней степени необычное ощущение, потому что мы до этого репетировали, сам знаешь, в таком маленьком зальчике. И здесь все, чему мы научились. Пашу! Впереди самые насыщенные дни. Конкурсанты вступят в борьбу за победу. Три конкурсных дня, три тщательно подготовленных выступления от каждого участника. И, конечно же, долгожданный финал. Смотрите дневники «Новой волны» на Fashion TV. С вами был я, Богдан Шувалов. I love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. I very love Fashion TV. I love Fashion TV. Wait, 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 it's coming, it's coming, woo! It's coming.